Мы участвуем с 2013 года, каждый год. Но в семейном забеге участвовали, к сожалению, в этом году отменили. Еще два сына есть, они вот пошли участвовать, еще три сына. Они каждый год участвуют. Летом готовимся бегом, плаванием, зимой лыжи, коньки. И каждый год дает здоровье, во-первых, сплоченность семьи, трудолюбие и все хорошее настроение. Немножко приучаемся к ездовому спорту, катают нас на лыжах, на санках. Не капризничай. Ну, бывает, как у людей по настроению. Ну, вообще, есть соревнования именно с собаками. Мы в другие города ездим. У нас, к сожалению, не проводится в городе, но в других городах. А это особые тренировки? Да. Занимаемся специально, ходим, обучаемся. Привыкают и потом отбегают, так возят. Я могу кататься, спортом заниматься, выносливость у меня все вырабатывается. Пить, курить, как говорят, просто спортом заниматься. Как говорят, на людей посмотреть, себя показать. Я когда учился в хутор Степановке, я здесь бегал, и лыжные эти в 80-х годах, и это... Легкая атлетика, я здесь в Дальней Роще бегал. Так и продолжаю. Упорными тренировками, во-первых, просто так победа не достается, только тренировки. Как тренируетесь? Сколько раз там? Ой, тренируюсь, ну, 5 раз в неделю, это да.